Привет, спортсмен. Привет. Налила света? Да. Даже номера после лесной сказки еще не сняли, да? Не сняли. Я Назар, если что, с той самой велогруппы. Привет. Ну, самое главное снять, как приехали. Я же сегодня типа за оператором. Проверил венец, нормально все? Да. Они мне его даже отмыли. Вернули чище, чем был. Что-то я не осилю, кажется, сегодня, если честно. Я вообще в первый раз еду в этом году. На груты любые. Нарушаем, ай, нарушаем, ай, покрышка дырявая. Ась! За какое седло? За седло, за седло, за седло. За любое, да, не вижу. Я все уже на самой маленькой. Маша, ты не серьезно. Это не серьезно. Она, чтобы не потеряться, а то разгонится сейчас сильно. Чай легкий выплюну, тоже с тобой. А мне уже хорошо. Ну я же колени лечил. Вообще, вообще в первый раз на грунты выезжаю. После желтый тормак. Приятненько так. Не только физика, блин, но и техника тоже, конечно, теряется. Там Женя, в принципе, с Машей только замыкающим меня. Не говори вообще. Он с Машей едет. Машей? Впереди еще нормально. Там впереди не торчок, там впереди торчище. Подъезд закончился, начинается подъем. Что, поедем? Подождите. Да? Подпиздиться. Да, последний подтягивается, все подвалит. Сам больше работает. Ну это типа мотивация для последнего работать лучше и больше. Всегда так делают же. Успеть приехать на отдых. Да? Ты такой типа, о, вот, привал, наконец-то отдохну. Все такие, ну ладно, поехали. Осталось вилочку просунуть. Халява кончилась. Ну? Правильно. О! А! Чёрт!
Нет? Можно? Я был так близок к успеху. Блин, я так разогнал. Кто это у вас? Или не мать? А, будет? То есть это еще цветочки, да? А-а-а. Так, на это я согласен. Ой, опять подъем. О, мама. Пробуй грунта начикать. Он, походу, не знает, да, еще впереди подъемник. Два. С одной стороны, хорошо, когда трассу не помнишь. С другой стороны, когда вы так говорите, становится немножко плохо. Блин, да у меня просто пешком пульс 160. Очень увлекательное видео для Саши. Готовится. Как мы пешком вверх тошним. Скорость полцарапа. Я-я. Я-я. Куда идем, мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не, ну здесь бы я тихо заехал. Компьютер предательски пишет уклон 0 градусов. Наверное, потому что я педали не кручу. Да блин, мне даже идти тяжело, не то что ехать. Сатай, Ахтунг. Из-за шоссейных контактов так? Да нет. Ну не смог, в смысле, выстегнуться. Не из-за этого. Наверх. Дальше еще вверх или вниз уже? Ну так, локальные кочки вверх и вниз. По ровному теперь, по крыше. Потом вниз от смотровой. Смотровой по хребту. Ну так вот, он идет чуть вверх. Закаты не успели на смотровой. Воу! Вот теперь. Женя впереди, да, или он сзади? Да, Женя впереди. А. Он к тебе заехал, Женя. Вот. И халява кончилась. Оу. Не разложился, палку поймал. А, нифига себе! Ё-моё! Палка застряла у него! Переклюк оторвал? Нормально вообще! Ай, ё-моё! Чего? С тобой или дома? Чего это было, Машка? Ты чё? Всё, я без петуха. Чего? Да. Палка прям петух залетела. Семью спит не сделаешь. Петух! Палка отлетела и прям в этот петух. Поломала? Да. Твою дивизию. Артём, следуя твоим заветам. Что случилось? Петух. Петух. У кого? Шоковый контент. Для видео. А если на большую? Не, ну зато переклюк целый. Ладно. Опять эти торчки. Да торчки. Мама. О, направо. А то что-то я справа, слева слышал. Слышно.
вот. Ни хера не видно. Пыли за тобой, ничего не видно. Ни покрытия, ни дороги, ни поворотов. Вообще. Всем привет. Он упал там. Я думал, он наехал наверх. Господи, меня даже Face ID не узнает. У меня, видимо, такая гримаса на роже. Ну. Как бы так ехать, чтобы в пыли не потеряться, а? Вот, интересно. Либо первым, либо надо дистанцию держать. Или разделиться, половина по матери, половина по мачехе, и на Заречной встретиться. А потом искать всех, да? Кто где пуляется. Как тогда, поехали. Как ёжик с туманом. Ёжик! Андрей по матери поехал. Мы стоим, ждем. Ищем. Он потихоньку спустился. По GPS-у там. Я же не частый гость на велосредах. Ну потихонечку. Пыли главное не наесться.